Swami Maharaj,
Bhaktivedanta Bharati Maharaj and Madhu Maharaj, Rishikesh Maharaj, Narsingh Maharaj, and Paramahansa Maharaj, and all the Vaishnavas and Vaishnavi, please accept my Dandavat Pranam. Today is 6th day of Srimad Bhagavatam. So today is the 6th day of Bhagavad Katha. Yesterday we did. Tomorrow, from in the morning tomorrow, from 7 to 9, we will Katha and Yagna Havan. After at 10 o'clock, from 10 o'clock to 1, and we will do Guru Puspanjali, and we do a Katha of the life. Анукут, фестиваль Махотсава. А завтра, а с утра с 7 до 9 будет Катха, а после и также Ягья, а в 10 часов мы будем прославлять божественные деяния моего Гуру Пада Падмы, день ухода которого Шрила Вамана Госвами Махараджа, Шрила Тривикрама Госвами Махараджа. И также мы будем прославлять моего дорогого Дикша Гуру, Шрила Вамана Госвами Махараджа и Шрила Тривикрама Госвами Махараджа, день их божественного ухода. И также Шишимад Бхактивиданта с вами Махараджа, три Махабхагавата, Вайшнава, Титхи, Тирухамахотсава, особый день. Я всех хотела бы попросить, пожалуйста, приходите вовремя. И почтим Махапрасад. И тогда все вайшнавы могут предложить свои пушпанджали лотосы стопам Махабхагават вайшнавов. Если у нас будет достаточно времени, к сожалению, времени очень ограничено, мы продолжаем повествовать Бхагавад-катху и слушать. Шримад Бхагаватам Катха. अभी आपके निकट बेनुवित की कथा तत्पश्चात राष्ट्रला की कथा и поэтому мы планируем рассказать Вену Гиту, Гопи Гиту и также Раса Катху, которые являются воздушными потоками десятой песни Шримад Бхагаватам. Вчера мы прославляли Гейраджа Гавардхана Лилу и также ложное эго Индры, которое было разрушено по милости Кришны. И также Калия Дамана Лилу. Вчера также
слушали о божественном рождении Шримати Радхарани, Шримад Бхагаватам Шри Шукадева Госвами не упоминает имена Шримати Радхарани и также имена Враджагопи. Иногда Шри Шукадев Госвами, он старается спрятать свою бхаву. И косвенным образом, не напрямую, он упоминает имена Враджагопи. Он говорит «Гопи Качит» и разные слова, которые указывают на Враджагопи, но он скрывает, говорит об этом косвенным образом, не напрямую. Шри Гурудева часто говорил, если бы Шри Шукадева Госвами, он не упомянул напрямую имена, напрямую именно Враджагопи, с другой стороны, это также является большим секретом для того, чтобы сладчайшая лила Господа, она была более проявлена, еще более возвышенное настроение. Это с одной стороны. Если бы он произнес имена Враджагопи, Шримати Радхарани, Лалита, Вишака, он мог войти в транс, в экстатическое состояние божественной любви. Так как же он мог рассказать Шримад Бхагаватам в течение 7 дней Парикшиту Махараджу, если бы он 6 месяцев находился в трансе? Поэтому он напрямую не обращается в Шримад Бхагаватам и не называет имена Шримати Радхарани и Враджагопи. Когда Шримати Радхарани и Враджагопи испытывают мохабхаву, в какой степени? Если бы он начал описывать их состояние божественной любви Шримати Радхарани и Враджагопи, что было совершенно невозможным для Шри Шукадева Госвами. Это явилось для него удипанной стимуляцией для того, чтобы его бхава, гопи бхава, увеличилось в его сердце. Поэтому он рассказывает Шримад Бхагаватам. В то время также в собрании было очень много слушателей. Они принадлежали карме, некоторые из них были гьяни. Они также присутствовали, чтобы слушать Шримад Бхагаватам. Также шастры предупреждают, что не нужно говорить на сокровенные темы людям, которые совершенно не подходящий для этого, что является оскорблением. И также Шримати Радхарани, когда она также попросила Шри Шукадева Госвами в образе попугая, когда она учила его повторять святые имена Кришны, она говорила ему, не повторяй моего имени, прославлялись только Кришну. Точно так же он хотел предложить ванданам Става и Стути своему Шри Гуру, который является Шримати Радхарани, но Шримати Радхарани, она предупредила его, не нужно упоминать моего имени и прославлять меня. И также Шукадев Госвами, он обращается ко всеми Враджа Гопи,
очень секретным образом. Во всех шлоках Шримад Бхагаватам на самом деле каждая шлока проникнута особым настроением Шукадева Госвами, который обращен к Враджа Гопи. Вот сейчас Шрила Махарадж, он повторяет шлоку. Анарадико. Косвенным образом Шри Шукадева Госвами обращается к Шримати Радхарани. Итак, каждая буква указывает на Шримати Радхарани. Почему? Потому что Шукадева Госвами является расиком. Шримад Бхагаватам, она не для каждого. Лишь только тот, кто обрел расика бхаву, он может окунуться в нектар повествования Шримад Бхагаватам. Лишь только тот, кто обрел расика бхаву, может реализовать секретное, очень глубокое значение каждой шлоки Шримад Бхагаватам. Шри Шукадева Госвами, из лотосных уст, которого проявился Шримад Бхагаватам, он настолько сладостный, раса бхава. Только расика вайшнава может прикоснуться к трансцендентности этого сладостного, этого сладостного повествования. Алил Господа. Шримад Бхагаватам Шримад Бхагаватам объясняет с первой песни по девятую, объясняется Самбандха Гьяна и Абхидея, а десятая песня полностью посвящена Садхи, прайоджане, конечной цели нашей духовной практики. Когда Шри Шукадева Госвами приступил вначале он рассказывал о Бали Лиле Кришны, затем о Пауганда Лиле, когда Кришна совершал свои прекрасные игры со своими друзьями. Но затем, когда он приступил к Мадуре Лиле, то есть затем Ватсалья Раса, но затем, когда он приступил к Мадуре Лиле, всю расу, которая... То есть он то, что он хотел передать, но он говорил это соответствующим образом. И поэтому то, что он выразил, лишь только расик вайшнав может понять, как бы понять через те шлоки, которые он цитировал, в очень сокровенной и глубокой форме заложенное настроение в Враджа Гопи, а в особенности Шримати Радхарани. Лишь только квалифицированный преданный может реализовать. Каково настроение сердца Шукадевы Госвами, которое он пытался спрятать, но в конце концов оно вырвалось наружу, когда он повествовал Раса Панчатхьяя, которая является жизнью Шримад Бхагаватам. По этой причине Шукадева Госвами он не смог скрыть настроение Мадури Катхи, связанное с Враджа Гопи и Шримати Радхарани. У Кришны большое разнообразие лил, которые объясняются в Шримад Бхагаватам. Бали лила, детские игры Кришны, затем Пауганда лила, подростковые, связанные с дружеской расой, Ватсали расой. В Падмапуранах Сатьяврата Муни в Дамодар Аштакам объясняет в третьей шлоке Ананда Кунда Кришна во Врадже совершает большое разнообразие лил. Он является Ананда Майей.
эти лилы наполнены анандой, блаженством, сладостью и неотразимой красотой. Они переполнены анандой, блаженством. Далее объясняется, как пастушки, которые участвуют в играх Кришны, пасут коров в лесу, и также значение те, кто ухаживает за коровами, гопы, старшие гопи Вриндавана. Шукадева Госвами рассказывает о том, как Кришна родился из лона матери Яшоды Маи, а также Дамодара Лила, когда мама Яшода связывает Кришну. Этот месяц Картика является Дамодар Мас, месяцем Дамодара. Почему? Потому что эта прекрасная лила происходит во время Картики. И также имеется Яшода Дамодар, и также Рада Дамодар. И эти значения Шукадева Госвами объясняет. И также повествует о Сакхи Лиле, каким образом Кришна идет пасти коров со своими друзьями-пастушками, как он совершает Гочарана Лилы в месяц Картики. Шри Шукадева Госвами Пад, он рассказывает также о Гопи Бхаве в Чампу, в Гопи Чампу. И также Ананда Вриндавана Грандхах очень прекрасным образом описывается, как гопи, которые постарше, и также юные враджа гопи, которые, вы знаете, как в материальном мире, как маленькие дети. Они играют вместе. Иногда они как бы... Можно видеть даже в деревнях, в городах немножко отличаются. Например, в деревнях шестилетние мальчики и девочки, они играют вместе в различные игры. И после того, когда они возвращаются в свои дома, переодеваются из школьную одежду, снимают и надевают одежду, в которой они могут наконец-то свободно играть, общаться, и никакого нет смущения. Знаете, в западных странах с самого детства им надевают... Маленьким детям надевают эти памперсы различные, иногда даже до достаточно приличного возраста они носят. В деревнях дети, они другие, по-другому воспитываются. И точно так же во Врадже проходили прекрасные игры Кришны с Враджа Гопи, когда они были маленькими. Они встречались с Кришной, они ничего не знали, кроме Кришны, и никого больше. Почему? Потому что это нитья самбада, их вечные взаимоотношения. Они просматриваются с самого рождения. Прокат лили материального мира и йога майя показывает нам, что все эти лилы, которые находятся под влиянием йога майи, совершенно, совершенно восхитительные, изумительные. Когда Кришна в Бали лиле в детском возрасте совершает свои прекрасные деяния, затем подрастая, Кришна. Кхе не лагили. Деку.
И также в Раджа-гопе начали подрастать. Родители начали воспитывать своих дочерей, сказал им, что они теперь уже, не могут встречаться с Кришной так свободно, как раньше, потому что сейчас вы уже становитесь взрослыми. Как вы знаете, прежде они смешивались между собой и играли, и даже целовали друг друга, маленькие гопи Кришна. Но когда они начали подрастать, они уже начали играть отдельно. Кришна, друзья Кришны на одной стороне, а Вража-гопи на другой стороне. Так родители приказали им. Например, когда вы сидите, кто-то вот вы видите женщины, они сидят на одной стороне, а Прабху на другой. Это традиция индийской культуры. Но в других странах не придерживаются этих традиций. Но Бхарата культура, которая упоминается в священных писаниях, они следуют этой традиции. Женщины, они должны быть разделены от мужчин. Когда они получили наставление от родителей, отцов, матерей, все сакха, друзья Кришны, и также сакши Шримати Радхарани, свапакша, випакша, сухрит, татаска, они все чувствовали боль в своем сердце. Как они могут быть разделены от Кришны? Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху в связи с этим говорит. Говинда Вирахинами, Шишаштакам. О, Говинда, ты являешься нашей жизнью и душой, нашим воздухом, нашей праной. Как же мы можем быть разделены от тебя? А в этом материальном мире мы должны следовать определенным правилам и предписаниям. В этом джагат-мире есть социальные законы общества. Мы не можем пренебрегать ими. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет также, для примера, например, обезьяны, они не живут по правилам общества. Они могут свободно общаться друг с другом, перескакивая с дерева на дерево. Но Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, но люди, они должны следовать правилам и предписаниям закона общества, в котором они находятся. Мы ману, человеческие существа. Ману объясняется в священных писаниях. Правила даются определенные, которые были написаны ману. Это называется ниям-шастры, которые посвящены особым вот этим правилам поведения в обществе, которые обязательны для всех. Каким образом мы можем почитать, уважением относиться к своим родителям, к детям, мужьям, как правильным образом следовать и вести себя. Даже если вы покинете Индию, и в других странах не имеются таких правил прописания, но дхарма, санатана дхарма, она предназначена для всех. И поэтому та страна, которая следует санатана дхарме, является самой высочайшей.
जाता है और वो क्या क्या कर लेते हैं, आप देखो। Если вы посмотрите, например, президент Америки, и предыдущий президент, имеется в виду, если правильно они следуют всем законам, तुमने ये नियम के जाए उल्लंघन किए हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक उसके и даже и для тех, кто и даже мы знаем в Америке такие случаи, когда осуждались там министры и те, которые занимали очень высокое положение из-за того, что они не следовали определенным законам и даже судебное разбирательство различного образа существует в Америке. Это также иногда очень открыто публикуется и в других странах. Например, если разводы когда, вы знаете, женщина получает много денег, она становится независимой от мужа. Очень часто разводы сейчас происходят в западных странах. Шримад Бхагаватам, Пурвачарьи, наши предыдущие ачарьи, один из них Джива Госвами в Гопалчампу и также неразборчиво в другом, также в Священном Писании объясняет эти все правила. И в Раджа-гопи, узнав о том, что теперь они не могут встречаться свободно, играть с Кришной, они очень опечалились, испытывая боль разлуки в сердце, потому что их жизнь полностью зависит от Говинды. Как же они могут быть отделены от Него? И они плакали от своего сердца, не в состоянии выразить своих эмоций. Поэтому наши ачарьи объясняют, когда гопи были совсем еще достаточно в детском возрасте, их ум, вы знаете, когда дети маленькие, они обычно очень непоседливые. И их ум также совершенно непоседливый и беспокойный. Например, когда они начинают ходить, они даже не видят, куда они идут. Идут и часто падают, потому что они не могут держать баланс. И также они совершенно не могут контролировать их стопы и все, что у них все движется. И они не могут иногда сдержать баланс и падают. Но когда и также в Раджа-гопи они испытывали, как в детстве, вот это беспокойство своих ног, оно перешло в беспокойство их умы, когда они подросли. Их ум стал очень обеспокоен. Они постоянно думали о Кришне. И существует очень много прекрасных описаний этих удивительных, прекрасных лил, связанных с Кришной и Гопи в Бали-лиле и также в более подростковом возрасте. И родители, которые запретили им встречаться с Кришной и играть как прежде в разлуке, они тонули в океане невыносимой разлуки. И вы знаете, они начали делить между собой харикатху о Кришне. В 10-й песне в одном из стихов объясняется, как в Раджа-гопи начали делиться между собой памятуя о Кришне. Таким образом, они могли более, как бы сказать, легче носить разлуку, которая находилась в их сердцах. Имеется 6 сезонов, как мы знаем.
Весна, лето, затем вот сезон дождей, осенний период, зимний. Всего 6 периодов, сезонов существует. Шарадия. Шарада — это осенний период, и вот в этой шлоке описывается красота этого осеннего периода во Вриндаване. И наш Шишукадева Госвами Пад. Сарат Шара, он говорит о Шарадея. Сезоне, осеннем сезоном, и рассказывает вот это особое впечатление, которое стимулирует то, что происходит во время Шри Бхагавана Лила, то самое место, место, время, обстоятельства. Все учитывается, и прекрасным образом под влиянием йога майи происходит во Вриндаване. Это место Вриндавана. Вакунтха, Айодхья, Дварака, Матхура. Нет, эти прекрасные лилы совершаются ни в Двараке, ни в Матхуре, ни в Айодхе, и не в Матхуре. Мы здесь, во Вриндаване. Шри Шукадева Госвами прославляет прекрасный, переполненный мадурией Вриндавана. Имеются 7 видов сезонов. Но здесь объясняется осень. И вот в этот осенний период, когда он приходит, это как раз время Картики. Что происходит в этот самый удивительный период времени во Вриндаване? Иногда идет дождь. Как, например, 2 дня назад мы были свидетелями, когда мы отмечали день рождения Кришны. В этот самый момент начал идти дождь. Просто ливень. Это не всегда происходит. Это происходит в сезон дождей. Иногда даже подряд 7 дней идет дождь. Когда облака собираются на небе, когда мы вчера поехали на Гирадж Гавархал, был очень прохладный ветер, и мы могли видеть только лишь облака, облачное небо. В течение всего дня не было солнца. Когда осень приходит, это Ананда Улас начинает проявляться во всем своей красоте. В сезон дождей вода озер, прудов, она смешана. Во время сезона дождей мутная, но когда осень приходит, она становится совершенно кристально чистая. Вся грязь, вся эта вот, она опускается вниз.
на дно рек, озер и прудов. И в этот осенний период реки, они выглядят совершенно кристально чистыми. Их вода совершенно прозрачна и чистая. Когда садак совершает садану, анардхи, которые разделяются на шесть, сукрити, вы знаете, там Шрила Бхактивинода Тхакур, он объясняет, Свару Брама, Хридая Дурбалая, Асатришна и четыре вида апарадхи. Всего 16 анардха. Да их даже больше в сердце садака. И они не могут быть разрушены одновременно. Тот, кто совершает садхану, и он становится зрелый в баджане, постепенно, постепенно анардхи начинают разрушаться в сердце. Наши ачарьи. Когда мы входим, обретая садусангу, обретая шрадху, садхана начинается, когда мы приходим к лотосным стопам духовного учителя и становимся на путь баджана крии, приходит анардханивритти, очищение сердца. Когда мы достигаем лишь только уровня бхавы, даже в этот момент, вот в этот самый момент, когда преданный достигает бхавы, анардхи еще присутствуют на пути бхаве. И даже на уровне бхавы анардхи нет, но след анардхи еще присутствует. Как бы 99% анардхи не существует, они разрушены. Но вот как бы определенный маленький след, он существует. Например, если тот, кто болен, вот сейчас вот многие болеют коронавирусом, что происходит? Тело становится очень слабым. И даже когда болезнь не проходит, и даже когда все симптомы уходят, вы принимаете медицину, там лекарства, антибиотики и так далее, и вы излечиваетесь, но какое-то еще время вы еще остаетесь слабыми. И хотя говорят, что коронавирус он не возвращается, но все равно существует некоторый риск, что это все-таки может, что это может произойти. Поэтому, когда мы находимся на уровне садханы, исследуем стадии бхакти определенно, постепенно мы избавляемся от анардх. Но когда достигаем бхава-доши вот на этой стадии, вот только лишь с этого момента анардхи уже больше не вернутся в наше сердце. Они разрушены. Лишь только слабый след остается. कैसे सुंदर वृंदावन की से सुसरी है चारों तरफ वृक्ष आदि हरी भरी осень необыкновенно прекрасна, ветер, ветерок он дует, принося особую прохладу. Деревья распускаются, начинают благоухать, и этот аромат, он разносится во всех четырех направлениях, а ветерок, он разносит их. अपने सुगंध के द्वारा
а нектарный аромат цветов Мадхупати собирает к себе множество шмелей, которые вьются над цветами, желая вкусить нектарную сладость. Когда дети в подростковом возрасте, они не имеют никакой камы, никакого вожделения. Когда дети маленькие, они свободно играют, у них нет камы в сердце, но те же самые дети, когда подрастают, достигают определенного возраста, тогда происходит влечение. И в этот момент, когда в Раджа-гопи смотрят, обретая даршан Кришны, Кришна обращает внимание на красоту в Раджа-гопи, точно так же, когда лотос, он распускается, начинает благоухать, со всех сторон начинают шмели слетаться, чтобы насладиться нектарным медовым вкусом распустившегося лотоса, для того, чтобы насладиться им. Точно так же в этот момент происходит совершенно спонтанно, автоматически, естественным образом привлеченность между девушками и юношами. В тот самый момент, когда кама начинает появляться в сердце, Кришна начал пасти коров, ходить с своими друзьями в лес. Вначале он начал пасти маленьких телят. А затем, когда он подрос, Кришна сказал: «Нет, я хочу сейчас пасти коров». Вы знаете, Гопаштами — это особый праздник, который также приходится на Картику. Прежде Кришна, он пас маленьких телят. Но когда он подрос, он попросил, чтобы ему разрешили пасти коров. И этот Гопаштами как раз приходится на Картику в тот самый день, когда мама Яшода и Нанда Махарадж позволили Кришне пасти телят, а потом через какое-то время также коров. И как происходили эти удивительные лилы, когда Кришна отправлялся в лес, когда, играя на флейте, он привлекал сердца всех окружающих. И когда он смотрел на Раджа-гопи из уголков своих лотосных глаз, в этот момент он воровал их сердца. А одновременно с этим в Раджа-гопи, когда они смотрели на Кришну, они также воровали его сердце. Наш Шишкадев Госвами Пад рассказывает, когда Кришна идет в лес пасти коров со своими друзьями и многочисленными коровами, которые, подобно молочному океану, движутся за Кришной.
Имеется три вида флейты Кришны: Мурали, Вену и Вамши. Я извиняюсь. Вамши. Наши ачарьи объясняют три различных вида вамши, флейты Кришны. И также эти флейты не отличаются по своему звучанию, по размеру. И также они предназначены для различных игр Кришны. Иногда Кришна, когда он играет особую мелодию, восхитительную, совершенно изумительную, и тогда этот звук клин исторгается из флейты и проникает в сердца в Раджа-гопи. И этот звук клин, он уже не в состоянии совладать собой, бегут на встречу с Кришной. И каждый из Враджа-гопи считает: «О, Говинда зовет только меня, одну единственную». Когда они бегут на встречу Кришне, Шишукадева Госвами Пад, а вот в этом стихе рассказывает о том, когда мелодия флейты Кришны Вену проникает в их сердцах, према начинает проявляться в их сердцах. Даже младшие гопи, и они еще не квалифицированы, но под руководством, которое все организовывает Йога Майя, все очаровываются восхитительной мелодией флейты. Когда Кришна играет на Вену, когда Кришна похитил одежду в Раджа-гопи, ему было всего лишь 6 лет от рода. А сколько было в то время в Раджа-гопи? Они были 4, где-то примерно 4, в 4-летнем возрасте они находились. Где-то 2 года разницы с Кришной. В то время Радхикама была в их сердцах, но Йога Майя она совершила абсолютным образом так, что према проявилась в сердцах этих маленьких девочек. Что такое кама? Это према. А према означает кама. Потому что когда кама используется в отношении к Враджа-гопи, это означает према в их сердцах. Это према сварупа. Это не то, что касается материальной камы, вожделения. Это совершенно абсолютно противоположное, трансцендентное. Почему? Потому что в материальном мире любовь подразумевает и кама, то, что также является любовью в материальном мире, подразумевает что-то корысть, какую-то корость, что-то нечто, что кто-то желает оставить для себя. Но в духовном мире на Голоке Вриндавана единственное желание, совершенно спонтанное, ничем не обусловленное, доставить счастье Кришне. И поэтому, когда тот, кто имеет какие-то представления материальные, когда слушает Харикатху, Священное Писание предупреждает, нужно быть очень внимательным, когда вы слушаете сокровенные игры Радхи и Кришны, и употребляется слово «кама», она не имеет ничего общего с материальной камой. Это возвышенное чувство божественной любви в Раджа-гопи, которое испытывает Кришна. उनके हृदय में काम की वासना जगती है और मिलन की आकांक्षा जगते हैं
В трехсидетном мире Пхава, Пхава – это прекрасная, одухотворенная, божественная любовь, является то, что наполняет отношения Радхи и Кришны, и также ее близких сакхи, подруг, которые служат Радхи и Кришне, чтобы они были счастливы. Это совершенно противоположно тому, что находится в материальном мире. Вы поэтому должны быть очень внимательны, когда слушаете Раса Катху, чтобы не совершить апарадхи. Лотосным стопам Раша Гопи. लोगों के रिझाने के लिए बताएं किंतु हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं что Вишнава Чакравати Такур также предупреждает, что в трансцендентном мире но нет никакой камы. То, что считается, то, что имеется в виду в материальном мире. Например, если прекрасная девушка или юноша в этом материальном мире, они посмотрят друг на друга, они привлекают друг друга. Чайтанья Махапрабху также по этому поводу говорил, сравнивая, что в трансцендентном мире когда простодушный ум, открытый, искренний, привлекается лотосными стопами Господа, в желании служить Ему и слушать, нектар Его прекрасных деяний. И то, что считается в материальном мире, когда юноша, девушка привлекается, читание Махапрабху говорит: «О мой Господь, мой ум совершенно спонтанно так стремится к Твоим лотосным стопам». Это называется особенностью Рагануга Бхакти, совершенно необусловленное ничем, не мотивированное, спонтанное влечение к лотосным стопам Господа. Каково значение камы, когда говорится о трансцендентном, о пракат вриндаване, это считается према. И тогда, когда в Раджа-гопи услышали зовущую мелодию флейты, вожделение, что означает према, начало проявляться в их сердцах. Гопи находились в своих собственных домах. Со своими подругами они памятовали, находясь в разлуке. И они всегда, и хотя есть очень много друзей у Кришны, Субал, Шридам, Мадхумангал, но они никогда не упоминали и не говорили о них. Единственный, о ком они памятовали, это Говинда. Гопи, они полностью устремили свой ум и наполнив его прекрасными воспоминаниями о Кришне, который похитил их сердца. Они, находясь в одном настроении сердец, они обсуждали, рассказывали друг другу прекрасные деяния Кришны. Вы знаете, в материальном мире часто происходят юноши,
юноши встречаются с девушками, женятся, затем разводятся, затем опять новый брак и снова новый брак. Точно так, как животные, как собаки, которые следуют инстинктам, они бегут за собакой противоположного пола, или как обезьяны, они стремятся друг к другу. Или же как ослица бьет осла, который пытается развести отношения, она бьет его своими ногами. Это поведение животных. Но в трансцендентном мире вы даже Чандравали, Падма, Лалита, Шримати Радхарани, они о чем говорят? Они говорят лишь только о своем возлюбленном Говинде. А единственный Пуруша, наслаждающийся в этом мире, это Кришна. И не только в этом мире, а в Чит-Джагат. Единственный Пуруш, Шри Кришна, единственный наслаждающийся. Имеется тот, кто наслаждается, и тот, кто наслаждает. Бхакта — это тот, Бхакта — это тот, кто наслаждает чувство Говинды. И Враджа Гопи, они ни о чем больше не говорят, они ни на какие темы. Они собираются в группы, саджатия группы, очень близкие по настроению, саджатия, виджатия. И каждая гопи имеет группу, в которой она находится. И они обсуждают удивительные, сияющие своей красотой, прекрасные лилы Господа, Шри Кришны, во Вриндаване. Все гопи, они рассказывают Кришна Катху друг другу. А где они находятся в своих собственных домах? А где Кришна в этот момент находится? Он пасет коров в лесу. И в этот момент в разлуке, в раджа-гопи, в настроении бхавы, которое переполняет их сердца, с помощью трансцендентных глаз, они видят все, что происходит с Кришной в лесу. Они прославляют его рупу, прекрасную божественную красоту Кришны. В этой самой шлоке я опишу ее, каждое слово, каждое значение слова этой шлоки очень простым, легкодоступным образом. Одна Саки обращается к своей подруге, говорит: «Посмотри, наш прана, Кришна, как насколько его прекрасна божественная красота». В своих волосах, в его волосах красуется павлиное перо, а его прекрасная поза в трех местах изогнутая, Трипханга Лалита поза, она совершенно обворожительна. За его ухом красуется иногда за левым, иногда за правым цветок карника, а плечи его обнимает Питамбар, который сияет золотым цветом, а шея его украшена прекрасной гирляндой, сделанной из лесных цветов шести видов, Ваджаянти Малой. «Посмотри, наш пран Говинда», подруга продолжает рассказывать, держит в своих лотосных губ изумительную флейту, которая всегда, всегда, всегда находится у его лотосных губ. «Посмотри, как красиво, как Венуга,
Таким образом, подруга, она делится своей бхавой, особым восторженным состоянием сердца. Почему Вамша Вену, она это просто бамбуковая палочка, внутри полая. Внутри ничего нет. И иногда гопи, они говорят, насколько Вену, она удачлива. Например, когда царь восседает на симхасане, вы знаете, со всех сторон он и также позади имеются подушки, которые окружают его со стороны, две с одной стороны, с левой, с правой, и также со спины. И также асана очень удивительным образом украшена. И точно так же они говорят, что Вену, она настолько удачлива. Что она может постоянно пить нектар губ Кришны. И когда Кришна играет, и когда Кришна играет на флейте, в этот момент он опускает глаза, иногда поднимает, и в этот момент он своими ресницами, он как бы омахивает эту флейту. И он держит ее в своих прекрасных руках. И она ощущает его прикосновение каждое мгновение. Постоянно покоится у его губ, а его прекрасные руки держат флейту. Точно так, когда Кришна идет по земле Вриндавана, оставляет следы своих божественных стоп, которые украшены 19 символами, точно так же он прикасается к флейте, которая может также ощущать его божественное прикосновение. Брахма, он молится в своих ставаистуте и предлагает лотосы, лотосным стопам Кришны, который украшен Вриндаван. А его друзья Сакха окружают его. И вся эта Мадурия Лила Катха, которая рассказывает этот сладчайший момент, когда Кришна встречается с гопи, когда возвращается из леса, после долгой разлуки, наконец-то, они имеют шанс обрести прекрасный образ Кришны. Они обнимают его в своих сердцах. Это бхава, которая переполняет сердце Шримати Радхарани, когда она пометует о Кришне.
कहते हैं मुसलमान गोविंद की पढ़ी क्या कहते हैं जिस दिन हम गोविंद के दर्शन नहीं करते Каково предназначение глаз в этом стихе объясняется, что единственное предназначение глаз — обрести прекрасный даршан Говинда. И если у вас нет этой возможности и увидеть его глазами, то тогда глаза совершенно бесполезны. Вы знаете, на павлином перье Кришны также множество глаз. Вы знаете, это тоже удивительно. Поэтому в этой шлоке далее продолжается о том, Например, если вы испытываете голод или же жажду, Ямуна, святая Ганга, даже в нынешние дни, если у вас даже тот, кто охвачен привидениями, даже такое бывает, ему советуют, чтобы он испил святую воду Ганги или же Ямуны, чтобы знать привидения. Далее, когда Кришна идет спасти коров, играя на флейте, наши ачарьи объясняют, что Говинда, он играет не в одиночестве. На самом деле, Шива Тиратхарани также находится рядом с Кришной. Враджедра Сутайо. Что означает? Это Рада и Кришна. В Тика комментарии объясняю, что Рада и Кришна, что Кришна и Радха находятся вместе. Далее, в этой шлоке, скрывая бхаву своего сердца, рассказывается о том, если тот, кто обретет прекрасно, даршан Кришны, в этот момент вся связь в материальном мире разрушится. То, что связывает нас в этом материальном мире, мы будем свободны. Лишь только если на одно мгновение мы сможем обрести прекрасный даршан Кришны. Все оковы разрушатся, все узы. Шишакадева Госвами объясняет четыре удивительных качества, которые присутствуют только в Кришне. Према Мадурия, Лила Мадурия, Вену Мадурия и Према Мадурия Кришны. Когда садак обращается к Кришне автоматически, так же, как Шишакадева говорил, его узы, его вот эти все связи, они материальные разрушаются. Одна подруга обращается к своей подруге. О, Сакхи, послушай, насколько Вриндаван удачлив. Те, кто не имеет возможности обрести прекрасный даршан Вриндавана, они настолько неудачливы. Сегодня в чем особенность кроется во Вриндаване? Потому что он хранит на себе пыль лотосных стоп Кришны. और देखो गोविंद के चरण कमल के द्वारा वो वृंदावन कैसे सुशोभित हो गया
каким образом Кришна шел в лес спасти Кару со своими друзьями. Даже на Вайкунтхе Шри Лакшми Деви, которая является супругой самого Шри Нараяны, и она лично находится у его лотосной стопы, массажирует их, она отправилась во Вриндаван. Для того, чтобы обрести даршан Кришны. Посмотри, подруга продолжает, обращаясь к Сакхи. Посмотри, какой Вриндаван, насколько он восхитителен и прекрасен. Сама Лакшми Деви пожелала прийти во Вриндаван. Йога Майя, Бхакти Деви украшает Вриндаван изумительным образом. Йога Майя, она делает это настолько искусно. Здесь далее Деваки Сута в этом стихе означается Деваки — это Яшода. Любое слово, когда гопи обращаются Деваки, вы должны понять, что они обращаются к Яшоде, потому что Яшода также имеет имя Деваки. Васудеваки, жена Деваки, но вот в этом контексте в Раджа-гопи они обращаются к Яшоде. Вот в этой шлоке. Также Баджа Шри означает красота Вриндавана. Насколько Вриндаван очарователен. Павлины грациозно танцуют, распустив свои хвосты, подобные искусным танцорам, они танцуют в состоянии экстатической любви. Когда они слышат мелодию флейты Кришны, и сразу же они распускают свои прекрасные хвосты и очень грациозно танцуют. Почему? Потому что мелодия флейты напоминает им раскаты грома. Когда раскат грома, в этот момент павлины танцуют. И дамба, которая, вы знаете, которая останавливает воду, быстрое течение сдерживает реки. Точно так же, когда стремительный поток, который разрушает дамбу, точно так же, когда в Раджа-гопи услышали зовущую мелодию флейты, их сердца, которые были прикрыты этой дамбой, этот поток премы, который начал увеличиваться в их сердце, разрушил эту дамбу. Как олень и олениха, слушая мелодию флейты, в этот момент они устремляются к Кришне.
И олень обращается к олениху и говорит: «Не беспокойся и не волнуйся ни о чем. Я следую за тобой. Мы обязательно придем и обретем даршан Кришны. Не волнуйся ни о чем». А наши мужья, они постоянно нас останавливают, насколько мы неудачливы. И поэтому олениха, она бежит, бежит навстречу Кришне, а ее олень следует за нею. Если женщина очень благочестива, и также муж, и муж очень благочестивый, служа такому мужу, целомудренная жена обретает 50% того, что она обретает в служении Господу. Точно так же в этом случае олень, он бежит за оленихой. Почему? Потому что она является более благочестивой. И таким образом он обретает благо, следуя за своей женою. Гопи далее продолжают: мы имеем эти тела, и мы настолько неудачливы, мы не можем обрести даршан Кришны, как, например, олениха, которая бежит на встречу с Кришной без всяких преград. Поэтому мы молимся, что в следующем воплощении обрести тело оленя и постоянно покоиться у лотосных стоп Кришны без всяких осложнений. В материальном мире женщины считаются как бы вторичным классом, причисляются ко второму классу. Вы знаете, была такая история, связанная. Одна жена, она ушла в соседскую деревню, и когда она хотела вернуться к своему дому, по какой-то причине нужно было ей уйти, и она хотела вернуться вечером. Когда она хотела вернуться, дождь очень сильно начался, и она не могла переплыть через реку, и не было никакой лодки. И поэтому она осталась там недалеко, в каком-то местечке, и переночевала. И когда она вернулась домой, у нее мужа возникло сомнение, что где она провела эту ночь, и он выгнал ее. Это история из Рамаяны. А Сита Деви, когда она находилась в плену у Равана, этот прачечник, который выгнал свою жену, после того, когда Шри Рама освободил Ситу, вернулся в Айодху и сказал: «Я не такой, как Шри Рам», этот прачечник сказал. Он принял Сита Деви, которая находилась в плену у Равана, и она нецеломудренная, нечестива. Я, например, выгнал свою жену. И когда Шри Рам услышал об этом, Это женщина, она была очень опечалена и пришла. И она пришла для того, чтобы увидеться с Шри Рамом.
Но ее остановили, сказали, что Шрирам отдыхает, и ночью это невозможно. И ну, для того, что Шрирам является антардьями, он все знает, прошедшее, будущее, настоящее. Он спросил стражников, ко мне кто-то приходил? Они сказали, да, одна женщина приходила, хотела встретиться с тобой. И тогда Шрирам, какова обязанность царя для того, в те времена, в Трета-йугу, обязанностью царя было доставить счастье своим гражданам. И тогда стражники обратились к нему. Когда вы отдыхали, Шрирамачандра сказал, что нет никакого, например, отдыха для меня. Если что-то происходит, на самом деле царь он не имеет отдыха, он должен постоянно заботиться о благополучии всех граждан. Поэтому мы должны были разбудить. Кто это была женщина, которая приходила к Шрираму? Вы должны найти, что это за женщина приходила и по какой причине, что заставило ее прийти ко мне. Они сказали, она ушла, как мы можем ее найти? Шрирам сказал, вы должны пойти и отыскать ее. Что я хотела этим выразить, вот эта история, что эта женщина, которая была отвергнута своим мужем, этим прачечником, как в этом материальном мире, если, например, жена не возвращается вовремя с 6 до 7 часов, это является большим, это будет большим осуждением, если она поздно вернется домой. Но если муж придет в 11 часов, опьяненный и так далее, никто ничего не скажет. А если, например, женщина, она пойдет садху слушать и задержится на 10-15 минут, а мужчина скажет ей, муж. И тогда он скажет, почему ты задержалась? Я слушала Бхагават Саптаху, больше не ходи, нечего задерживаться, оставайся дома. Это то, что происходит сейчас, и то, что удерживает всех в этом кругу самсары, который никогда не заканчивается. Шримати Радхарани обращается, что в этой женском теле очень трудно обрести даршан Кришны, и поэтому я молюсь, чтобы в следующей жизни, я готова прийти в любой форме жизни, чтобы не было никаких мужей, не было никаких детей, чтобы не было никого, кто бы мог удержать меня для того, чтобы обрести прекрасный даршан Кришны. Поэтому олени и лениха, они бегут, устремляясь к Кришне. Они садятся у лотосных стоп и обретают безграничный сладостный даршан Кришны. Они смотрят на него большими лотосными глазами, а Кришна в этот момент также смотрит на них. У сердца оленихи начинает плавиться, и слезы текут из ее глаз. И хотя они в животном теле, Шримати Радхарани далее продолжает, они настолько удачливы. А сейчас 10 минут киртан, и далее мы продолжим харикатху далее.
Thank you.
Совсем немного. Лишь только 10 минут осталось, затем будет арати. Я хотела бы немного рассказать. Кришна,
Как мы можем предложить себя Кришне? Какова квалификация для того, чтобы войти в сокровенную Катхураса Лилы? Наши ачарьи говорят, что мы должны очистить свое сердце от анартха. Кришна обратился к Враджагопе. О, Враджагопе, ваши сердца совершенно кристально чистые. А вы настолько возвышенные. Обязательно в один день я исполню сокровенное желание ваших сердец. А сейчас вы должны вернуться в свои дома. Когда вы полностью освободитесь от камы, как, например, иногда зерна пшеницы, вы опустите их в воду, и тогда росток начинает проявляться, появляться. Но если вы добавите горячую воду, то тогда вот эти ростки, они разрушатся. Точно так же самсара. Вот эти материальные желания, которые в сердце, они будут разрушены. Поэтому для того, чтобы садака достиг служения Господу, и чтобы у него не было никаких материальных желаний совершать карму. В чем они заключаются, материальные желания? Если вы... опустите вот эти семена в горячую воду, естественно, они потеряют свою природную, потому что горячая вода, она разрушает. И поэтому эти семена никогда не прорастут. Поэтому Шри Бхагаван говорит, тот, кто полностью обретает атма-ниведана, то тогда анархи все разрушаются, и материальные желания также уходят. Если вы обретете шаранагати лотоса стопа Шри Нитьянанда Прабху, который является воплощением духовного учителя, то тогда постепенно ваши материальные желания автоматически разрушатся. В чем является рабство в материальном мире? Какова причина того, что мы находимся в материальном мире из-за того, что у нас очень много материальных желаний? Но тот, кто обрел невероятную удачу и смог предложить себя лотосным стопам Господа Говинды, то тогда автоматически он избавляется от всего груза материальных желаний. И в Шарада Пурниму, в осенний сезон, Кришна пообещал, вы совершите раса танец со мной. Кришне тогда было 6 лет. А затем, на следующий год, когда ему исполнилось 7 лет, а вы знаете эту лилу, связанную с Индрой, которая хотела разрушить Вриндаван. Мы вчера отмечали прекрасно Нукут Махотсава у подножия Гирираджа Гавардхана. Индра, который послал ливень, и страшный потоп обрушился. Вчера на Гирираджа Гавардхане
Мы совершили Као-пуджу, поклонение корове, затем Гирираджа Говардхану. И затем вечером, когда мы вернулись во время Бхагават-саптахи, мы также прославляли прекрасную лилу Кришны, который поднял Гирираджа Говардхан. И праздновали также Анукут Махотсава. Предложили очень много подношений Гирираджу. И после Катхи сегодня я вам каждому раздам Махапрасад, который вчера мы предложили для Гирираджа Говардхана. Я сегодня раздам вам каждому этот Махапрасад. Потому что Гирирадж Говардхан из-за ложного эго Индры случилась эта удивительная лила для того, чтобы защитить Браджаваси. Кришна совершил эту чудесную лилу. И когда Кришна пообещал, что он исполнит желание Враджа-гопи, тогда во время, когда Кришна держит встреча, когда гопи мы совершили беспрепятственно. И та же ты являешься аватаре, из которого выходят все аватары. Шримад Бхагаватам также Шукадева Госвами объясняет, что Кришна Свайам Бхагаван. Шишьямасунда, Шри Кришна, который пребывает вечно во Вриндаване. Он исполнил желание сердец в Раджа-гопи. А Парикшит Махарадж внимательно слушает эту тему, связанную с Маха, Раса, Лилой, Кришной во Вриндаване. Шри Шукадева Госвами Пад обращается: «Эй, Махарадж Парикшит, лишь только Кришна Шьямасундар Враджанандана, он танцует, совершает прекрасную лилу танца с Враджа-гопи, которые являются также необычными девушками Враджа. Поэтому вы никогда не сомневайтесь в Говинде. Как Враджа-гопи, они полностью были уверены, что Кришна обязательно исполнит желание их сердец. Они те, которые каявьюхи, экспансии божественного тела Шримати Радхарани, нитья ситхи. Если вы не слушаете Раса-катху из чистого источника, из лотосных уст Расика-вайшнава, а пытаетесь слушать от непреданных или же читаете самостоятельно, то тогда очень много сомнений появится в вашем уме, которые будет очень трудно разрешить. И тогда, во время смерти, куда вы отправитесь? Вы пойдете в Нараку, в самую низкую часть адских планет.
Поэтому слушайте очень внимательно эти сокровенные темы. В Раджа-гопи они необычные девушки. Кришна является Шактиман, а Шримати Радхарани — его собственная Шакти. Шакти и Шактиман. Шри Кришна является Шакти. Шактиман — источником Шакти, а Шакти, сварупа Шакти Кришны, сама Шримати Радхарани, которая исполняет все желания Кришны. И Шримати Радхарани, она иногда принимает амурти форму, а иногда мурти. Мурти она принимает, когда лила шакти, для того, чтобы происходили прекрасные лилы. Желание Кришны появляется в сердце, и любое желание сердца Кришны исполняется. Йога Майя. Устраивает все удивительным образом. Это амурти, это скрытая форма Шримати Радхарани, ее сварупа шакти, устраивает все наилучшим образом. И поэтому сама Шримати Радхарани, она исполняет все желания Кришны, дарует особое счастье Кришне. Когда Кришне исполнилось 8 лет, вы знаете, когда Кришна, он украл одежду в Раджа-гопи, он пообещал: я совершу в следующий раз, вы сможете войти в Расатанец. И под приютом йога Шри Кришна ночью, в середине ночи. Кто такой Расик? Это Стайбхава, которого уже стабильно, она зафиксирована. Это особое настроение. И также на этой стайбхаве, как на платформе, четыре ингредиента расы, смешиваясь между собой: бхавы, випхавы, анубхавы, аламбан, удипан, вишрая, шрая, вот этот алабан. И также удипан, то, что стимулирует. Все эти ингредиенты расы, они смешиваются на платформе стайбхавы. Имеется очень много составляющих бхакти-расы, и когда они соединяются между собой, рождается особый вкус расы. Туда также причисляются сатвик-бхавы и вибичари, и также вишая алабан, ашраевала алабан, анубавы. И все это, когда смешивается между собой, приходит раса. Это апракритова, трансцендентное блаженство расы. Под влиянием йога Майи, из-за того, что даже Кришна, являясь аптакам и атмарам, тот, кто полностью удовлетворен себе и все желания его сердца исполнено, он обретает желание, и йога Майю устраивает наилучшим образом, и происходит раса-танец в середине ночи. Кришна позвал Раджа-гопи. Гопи встретились с Говиндой. Они были настолько настойчивы, и они были в полном состоянии совершенного безумия. Такое желание, которое было настолько сильное и встретился с Кришной. Кришна, прежде чем он позвал Раджа-гопи, он увидел прекрасную, полную луну, которая освещала небо. Эта луна насветилась багряным цветом и напоминала ему лица прекрасных Раджа-гопи. И в этот момент стимуляция, большое впечатление в сердце Кришны.
которое появилось, желание встретиться с Раджа-гопи. Кришна также подумал в этот самый момент. Из-за того, что он пришел в лунной династии, и поэтому луна для него начала, она постоянно освещала его сердце. Поэтому Шри Кришна, однажды, когда из-за того, что время, к сожалению, очень-очень короткое, поэтому я не могу детально вам все рассказать. Но произошла эта раса с гопи, когда они танцевали вместе. Имеются различные, и там участвовали различные гопи. Свапакша, Випакша, Сухрита, Таска, и также Садана Ситха гопи, такие как Муничари, Шрутичари, гопи Каканья, и также эти риши из гопи, которые пришли из риши Надакаранья, вот эти гопи, которые обрели возможность прийти в прахат лилу Кришны. И затем, когда танец начался, а прежде был очень шутливый, серьезный разговор, который был настолько сладостен и увеличил еще больше желание Радхи в Раджа-гопи совершить расатанец с Кришной. Но когда Шримати Радхарани увидела, что Кришна, он танцует со всеми гопи, он так быстро перемещался, виртуозно танцевал, что одновременно он танцевал со всеми в Раджа-гопи. И сейчас Шримати Радхарани, увидев это, она подумала, Кришна всегда говорил о том, что я его единственная, и он, что он всегда, всегда как бы готов отдать все ради того, чтобы быть со мной хотя бы на одно мгновение наедине. Но я сейчас вижу, что он танцует с каждой гопи, а каждая гопи в этот момент испытывала особое счастье и считала, что она настолько удачлива, что она танцует с Кришной наедине, потому что в этот момент она не видела никого вокруг, и она видела лишь только Кришну, который танцевал вместе с ней, и поэтому каждая Раджа-гопи в этот момент, она почувствовала в сердце гордость, что Кришна танцует со мной. И по этой причине, из-за того, что Шримати Радхарани испытала ревнивый гнев, она покинула расатанец. Из-за того, что в Раджа-гопи они были настойчивы обрести этот долгожданный образ Даршан Кришны, но когда он покинул, они тонули в океане разлуки, и они начали искать, блуждая по лесу, они начали звать Кришну, спрашивая, «А вы не знаете, где наш возлюбленный Кришна деревья?» Они спрашивали, обращались вот в этой шлоке, в Гопи-гите. Гопи в настроении невыносимой разлуки обращают свои сердца к Кришне. Все гопи
прославляли каждую лилу Кришны в своем киртане, который они в этот момент совершали. В большой разлуке Кришны они памятовали о каждом его удивительном деянии. И когда Кришна наконец-то пристал в Раджа-гопи, после разлуки, после того, когда он оставил их, в собрании в Раджа-гопи Кришна появился, и они предложили ему свои вуали для того, чтобы сделать асану. И эти вуали, они были полностью мокрые от слез в Раджа-гопи. Они предложили ему асану и спросили несколько вопросов Кришну. Кришна, например, если кто-то любит кого-то, он любит его также в той же самой пропорции, которую он обладает. И также это любовь. Что такое любовь от Марама, от Макам? И также... Тот, кто, если его любят, но он никого не любит, и так далее. В таком ключе гопи спрашивали Кришну, что такое Кришна, по твоему мнению, настоящая любовь, и к какой категории ты относишься после того, как ты совершил то, что поверг нас в океан разлуки. Какова твоя любовь? Вы знаете, что ученик, если у него учитель Мадьяма-адхикари, преданный, вы не должны оставить такого учителя. Даже если вы встретите Махабхагавата Вайшнава намного возвышеннее Вайшнава, чем ваш духовный учитель, вы не можете оставить духовного учителя. Вы должны просто спросить его, можете ли вы иметь ассоциейшн общение с этим возвышенным Вайшнавом. Потому что Мадхьяма-адхикари уровень подразумевает того, что такой духовный учитель может помочь своему ученику постепенно. И точно так же здесь имеется в виду, почему Шрила Махарадж, он говорит также о всех, например, учителях и учениках. Почему этот вопрос возник? Гопи спрашивают, что любовь духовного учителя, она является истинной. Это истинная любовь, и также родительская любовь, она также является очень, очень, очень возвышенной. Парикшит Махарадж слушал очень внимательно, спросил о Шукадев Госвами, ты рассказываешь Раса Лилу. Гопи, они были замужем, такой вопрос возник. А Кришна, почему он танцевал с Раджа-гопи, которые были замужем? Парикшит Махарадж задает такой вопрос Шукадева Госвами для блага всех слушающих, чтобы развеять их сомнения. А гопи, они являются сад-сварупа Кришны. Они на самом деле никогда не были замужем ни за каким гопом. Как Шрупа Госвами объясняет, Жасе,